В Тюмени задержали шутников, которые сняли провокационный ролик с якобы ограблением женщины на остановке. Выяснилось, что это вовсе и не пенсионерка, а их знакомый. Напомню, что видео появилось в социальных сетях накануне. Инициаторами оказались 23-летний тюменец и его 18-летний товарищ. Они уже были ранее судимы за кражу. Еще один помощник, 21-летний тюменец, привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. И вот как сам герой видео комментирует произошедшее. Я играл роль бабушки, которые выдергивают сумку. Какая реакция была жителей города? Реакция была, которую мы ожидали, что каждый гражданин в Тюменской области среагирует на данное происшествие, то, что побежит и поможет бабушке. Куда потом это все выкладывали? С какой целью? С целью, не знаю, стать блогерами. В отношении молодых людей составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Материалы дела будут направлены в суд.